Для отечественных дорог отечественный автотранспорт. Судя по всему, этой логикой руководствовались в Иркутске угонщики сразу трех машин российского производства. Самое удивительное в этой истории то, что профессиональные в кавычках угонщики – это 19-летний житель деревни Грановщина, 17-летний житель села Московщина и еще трое их сверстников. Видимо, из патриотических чувств молодые люди и совершили налет на микрорайон Тапкинский. За одну ночь они угнали три машины. Впоследствии все автомобили были найдены да не где-нибудь, а в лесу. К тому же большая часть «Жигулей» была в полуразобранном состоянии. На всех участников преступления уже заведены уголовные дела, а потенциальный организатор угона может добавить к своей биографии еще одну статью – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Что касается в целом ситуации, связанной с кражами и угонами автотранспорта на территории областного центра, то на сегодняшний момент количество этих преступлений в разы меньше, чем несколькими годами ранее. Необходимо отметить, что с начала этого года в городе Иркутске совершено 47 краж автотранспорта и 82 угона. В масштабах областного центра, судя по практике последних лет, это не так много.